Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гидролата укропа. Состав гидролата укропа очень богатый. Воспринимает кожа косметическую воду порой даже лучше, чем масло. Конечно, в гидролате полезные вещества содержатся в меньшей концентрации. Но ведь масло тоже применяется в разбавленном виде. Косметическая вода укропа витаминизирована провитамином А, витамином С и группы В. Свойства гидролата укропа таковы. Это косметическая вода, антивозрастной, антиоксидантный продукт для возрастной кожи. Наличие значительной доли фитоэстрогенов полезно как возрастной, так и просто ослабленной, истощенной коже. Подтягивающий эффект от регулярного применения гидролата понравится всем, кому хочется придать своей коже более упругости и эластичности. Комплекс веществ обеспечивает общий омолаживающий эффект, выравнивает тон кожи, улучшает текстуру, подтягивает, придает мягкость, способствует обновлению и регенерации кожи, стимулирует выработку собственного коллагена. Хорошо очищает, питает витаминами, минералами и тонизирует кожные покровы. Имеет противовоспалительный эффект и свойство бороться против угревой сыпи, потому хорошо подойдет для подростковой и просто проблемной кожи. Применение таково. Антивозрастные средства, омолаживающие маски и сыворотки, флюиды под глаза, тоники, лосьоны, косметический лед, средства от угревой сыпи, примочки, аппликации, косметический лед, детское мыло, молочко для тела. Вот такой бутылочке мы отправляем гидролат укропа нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч! Thank you.